Друзья, всем привет, с вами Нюкем. И мы находимся на проекте NextRP на серваке Восточный. И у меня для вас радостная новость. Дело в том, что сейчас отмечается день рождения. А самое главное, что это день рождения моего бати. Да, и вот я только что сходил в Магнит и купил пачку сахара. Вы меня спросите, Нюкем, какой нафиг сахар? А дело в том, что мой батя не пьет чай без сахара. И мама, чтобы не портить ему праздник, отправила меня в магазин, чтобы этот сахар купить. И вот, наконец-то, я его купил, совершил такой небольшой подвиг, ну, шучу, конечно. И сейчас с пакетом сахара бегу домой. Да, сейчас будем отмечать днюху бати в теплом семейном кругу. Обожаю я свою семью. Так, чё это какие-то машины тут ездят? Дорогущие, блин. Странно, чего они здесь забыли в нашем районе-то бедном? Гелики такие прокачанные. Вот стану когда богатым, тоже себе такой гелик куплю. Будут меня все бояться. Да даже если не бояться, я думаю, такой гелик мне точно не помешает. Ладно, я отвлекся. Сейчас, короче, будем отмечать всей семьей. Семья у меня небольшая, папа, мама, да я, но зато дружная. Вот, я ее очень люблю. Потому что больше никого у меня в этом городе нету. Даже друзей почти нет. Ладно, ну все, пошли уже ко мне домой. Вот мы и дома. Смотрите, какой ремонт у нас классный. Да, хоть мы живем довольно бедно, но бать постарался. За это я его и люблю. То, что он ради семьи на все готов пойти. Ну что, встречайте! Не понял. А где все? Папа, мама! Батя, бать, ты где? Ничего себе, что? Какой-то прикол, что ли? Мам, вы шутите, что ли, надо мной? Отец! Куда они делись? Не понял. А, вон какая-то записка на столе. Ну-ка. Папа и мама в заложниках. 3 миллиона. Чего? Похитили? Блин, это, наверное, те хрены на геликах. Твою мать, надо что-то делать быстро. Так, телефон. Блин, связи нету, ладно, побежали так пешком в ментовку. Так, ребят, ну сейчас счет идет буквально на секунды. Быстро-быстро открываем помощь, находим ближайший УПС, кликаем найти рядом. Все, отметилось оно на карте, смотрим карту, это F11. Так, ну совсем буквально недалеко. Все, бежим, руки в ноги, побежали. Эх, надо было на физре не отлынивать. Ладно, сейчас до последнего вздоха буду руками махать, лишь бы добежать быстрее. Ну это какая-то ерунда вообще. Да по-любому они ошиблись. Откуда нафиг у школьника 3 миллиона на выкуп? Да и вообще, какого хрена они к нам прицепились? По-любому перепутали. Блин, мы обычные... люди, мы живем как бомжи почти, разве что ремонт хороший сделали. Вот ведь ерунда какая. Вот по-любому ошиблись. Ну, при похищениях ведь сразу не убивают, да? Вот они поймут, что они накосячили, отпустят. Нет, не убьют. Сейчас добегу в полицию, напишу заявление, и уж они-то мне точно помогут. Наша полиция нас бережет. Вон, точно. 150 метров осталось. Давай, Нюкем, поднажми. Поднажми, давай, челкастый, беги! Так. Надо будет сказать им адрес и попроситься с ними поехать. Лично взглянуть в глаза этим уродам на геликах. Я, конечно, не знаю наверняка, но по-любому это те сволочи на Гелендвагенах. Ну иначе и быть не может. Все, добежали. Так, подскажите! Где здесь оперативное управление? Где здесь главный вообще? А, молчит. Так, бежим сюда. Что такое? О, так вот с Любани, смотри вот. Ой, дядя полицейский, срочно помогите. Вызывайте спецназ, СОБР, всех быстрого реагирования группу сюда, быстро, живо. Ты слышишь, нет? Владимир. Так точно, да. Что случилось у вас? Так, где ваш главный? Вы главный?
Пройдемте за мной, я вам вас отведу к главному. Быстрее, быстрее! Пойдем покурим, может быть, а? Ребята, ребята, срочно вызывайте СОБР, группу быстрого реагирования, спецназ, ОМОН! Представьтесь, пожалуйста. Да не важно, у меня родители похитили! Быстро! Срочно, помогите, дядя! Какой СОБР? Ой, Коль, слышал, родители, говорят, похитили. Что ты мямлишь, по факту? Вы чё смеетесь? В своем уме? Эй, дядьки, ну вызывайте скорее, чего вы стоите? Кого вызывать, что? Кого вызывать-то, а? Куда вызывать? Ну а кто людей спасает? Полицию, милицию, вы сами где работаете? Молодой человек, успокойтесь, отдышитесь. Как вас зовут? Представьтесь для начала. Меня Никита зовут, Нюкем. Ну, меня зовут Николай, как бы. Давайте по делу, четко. Сейчас вот мы запишем, у нас в компьютере вся информация есть. В форме, пожалуйста, человек. Да какой оформлять? Надо быстрее ехать, я откуда знаю, что там с ними делают. Надо всю информацию получить, понимаете? Ну хорошо, только давайте быстро, быстро давайте. Пошевеливайтесь там. Давайте быстро запишем. Так, значит, улица Пушкина, дом 2, квартира 13. Похитили прямо из дома папу и маму. П.У. Где тут ша? Где тут ша? Вот, ты... Да блин, ребятки, давайте я вам сам заполню, только быстрее. Написал. Да нам только компьютер привезли в отделение, на двоих один. Подожди, вот. Что ты написал, Пуша Шиткина? Вот эти две шауби. Ё-моё, вы издеваетесь, что ли? Знаешь, кто похитил? Да, ну вообще есть одна догадка. Там какие-то непонятные типы на геликах уехали. У нас их вообще сроду не было. Коль, как понятные типы будут, так и примем. Что непонятные? Вот конкретику надо. Молодой человек, как узнаете, кто кого, так и приходите. Что, Коль, пойдем. Дядя, а ты вообще зарплату зачем получаешь? Ты чё фуражку тогда надел? Погоны тогда сорви с себя. Ну куда пошли, мужики? Что наорёт, я не пойму. Что ты перебиваешь, старших, а? Коль, пойдем. Никита, смотри. Как узнаешь, что, куда, кого украл, так вот сразу к нам. Пройдемте, пожалуйста, к доске. У нас есть доска федерального розыска. Вы кого-нибудь узнаете, я не знаю. Мы попробуем. В смысле, так что, я что ли сам их искать должен? Вы в своем уме вообще? Ну мы их подгадаем, нам нужны какие-нибудь зацепки. Господи, зацепки, Никита. Два гелика черных, тонированных. Блин. Этого мало, что ли? Наши много геликов, что ли, в городе? Вов, ты тут видишь два гелика, черт. То есть они все тонированные были, подожди, Василий, я понимаю, ты старый, успокойся. Номера знаешь хотя бы? Нет, как я мог увидеть номера, они быстро уехали, быстро и очень. Да что ты с ним все зюкаешься, а? Там, пусть хоть узнает, хоть номера какие-то, а? Все. Да... Ребята, ну вы серьезно что ли? Вот это, у меня чёрный гелик, ты что, хочешь сказать, что я твоих родителей похитил? Да нахер они мне сдались-то, а? Все, пойдем, Коль. Я свой черный гелик, кстати, сиплому продал соседу. Ребята, это что сейчас было? Это я вообще в полицию зашел или куда нафиг? Это что за ерунда? Так, что делать-то, блин? Что делать, я не знаю. Ну пойдемте на выход. Так, ребята, ну я в растерянности полнейшей. Если уж мне в ментовке не помогли, то от кого вообще ждать помощи? Ладно, может... Там на месте сам разберусь, так... В конце концов ничего больше не остается. Ладно, побежали. Что-то я так и ничего не понял. Так, пошли вот туда, может там какие-нибудь ребята из знакомых есть. Там может физрук, дядь Толя, дядя Вася. Уж они-то точно хотя бы, не знаю, знакомых каких-нибудь своих подскажут. О, Ванёк, здорово! Дядь Вань! Ой, да чё ж ты тут кушаешь? Ты вообще тут есть нельзя. О, Никита, ты? Здорово. Да. Блин, слушай, мы бы тебя на днюху позвали, моего батя. Да прикинь, его похитили. Батя, мы его похитили. Кого? Отца моего. Жеку. Батю похитили? Кто? Дядю Жень похитили. Да какие-то типы на геликах, блин, если бы я только знал. Прикинь, ничего в ментовке сказали. А как Женька похитили? Он же... А да мама где? И мама тоже вместе с ним. Я только в магазин метнулся, ну, и возвращаюсь, никого больше. А чё, я-то могу сделать? Да, ты тоже как мент будешь меня грузить? Ты в полицию грузить. Ходил хоть? В полицию? Да, да, сказали, сам типа иди ищи. Вот такая вот у нас тут полиция. А, ну, как всегда. У них там ничего не меняет. Дядь Вань, ну помоги как-нибудь, может ты кого-нибудь знаешь. Блин, ну Никит, ну я-то знаю, знакомых-то у меня много. Но я сейчас занят немножечко. Давай, короче, я тебе помогу.
Ну сначала со мной покатайся уже, чё? Куда тебе? А чё тут у тебя намечается? Да я вот с ребятами хотел встретиться немножечко, погоняться. Ну хорошо, ну только, блин, давай быстро, время не ждет вообще. Стой, тебе лучше сейчас одному вообще не ходить, Никит, давай, под моим присмотром будешь. Хорошо, а давай, то родители похитили потом тебя. А это чё, твоя, что ли? Моя. Классная, конечно. А то я сегодня в гонках участвую. Думаю, сейчас это в тюнинг заехать немножечко и прокачать. Гонка? Хочу за гонки. Кто устраивает? Да мы с пацанами каждое воскресенье устраиваем. О, смотри, поехали, твари, блин. Нафига они только зарплату так получают? Так можешь искать поехали, чудо сразу, тварь. Можешь искать поехали. Ну, конечно, как они искать поехали? Даже ничего не спросили у меня. Лишь бы, чтобы отмазаться. А может, не пошутили? Там у них генерал вот с чувством юмора. Я думаю, ты заметил, если там он тебя слушай, принимал. Ну, я вот буду все пальцы на ногах скрещивать, лишь бы это правда оказалось. Ну, знаешь что? Ты я на руках, вот главное, не скрещивай, Никита, куда на ногах? Ну, куда? На руках что, не видишь, что ли, уже скрестил? Так и хожу весь день. Ой, ну, сколько это займет гонка-то? Да я думаю, сейчас быстро затюним тачку мою. Ты сразу чуть, поедем. Еще тюнить, что ли, будем? Ну, конечно. Так, ну, а, может, нам на гонке подскажут, а? Гелики-то спортивные были, кого? По-любому там в тусовке чего, есть чего? Какие-нибудь ребята, которые знают, что там за гелики такие, у кого они тут. Да, конечно, разузнаем. Я думаю, гелика у нас в городе так не так уж и много. Узнаем все. Блин, магазинчик бы закрыл. Давай, Никита, тогда быстро, я за дам? Тебя затюнил. Может, окей? Ты сам затюнишь ее? Слышь, да, давай, давай. Тебе денежку дам. Ты скажи, что там тебе тюнить надо? Да полностью ее затюнь там, это, вот на все эти, на полтора ляма. Затюнь. Хорошо, давай. Я только пойду быстро. Хот-дога возьму. Давай, давай, бегом. Все, давай, бегом тоже. Ну ты хоть за руль сядь, ты водить умеешь, Никита, права есть у тебя? Да, конечно. А то есть. Павка говорит, что он тебя это боится за руль пускать. Так, ну что тут ему надо оттюнить-то? Нифига мне, конечно, бабла отвалил. Ну ладно, сейчас надо по-быстрому все самое дорогое купить. Я думаю, нормас будет. Кстати, что-то у них тут какой-то новый интерфейс. Ладно, плевать. Все, значит, по максимуму покупаем. Да, конечно, хочу. Самое дорогое все покупаем. Шины самые дорогие. Так, куда? Сюда. Да, конечно. Подвеску за 24к. Тормоза. Так, тормоза за 22. Но знаете что? В этом, конечно, есть и небольшой смысл. То, что чем круче мы прокачаем тачку, тем более интересные знакомства мы сможем получить на гонке. И тем с большей вероятностью я смогу что-нибудь узнать. Так, ну, не знаю, конечно, ребята, кто из вас тут уже шарит в этой новой системе тюнинга. Советую зайти, посмотреть лично. Потому что я сейчас маленько в растерянности, а разбираться времени нету. Вот так вот перетаскиваю. Может, тут какая-нибудь есть кнопка быстрого там тюнинга. Кто знает, обязательно напишите мне в комментах. Мне ваши советы будут очень кстати, потому что сейчас я нахожусь буквально в таком стрессовом состоянии, любые советы мне в пользу. Так, назад, видимо, надо нажать, ага. Так, ребят, ну все, прокачали мы нашу ласточку. Я думаю, сейчас дядя Вань будет доволен. Дядь Вань, ну что, купил уже все? Опа, ничего себе. А что не покрасил? Да времени нету, давай быстрее уже. Я полностью всю начинку заменил. Ну-ка дай. Ох ты ж, ёлки-палки. Ну все, убедился? Убедился? Давай, неплохо, садись. Неплохо, неплохо. Ну все, давай, поехали. А что, машину тебе не купили родители таки, да? Да я надеялся, что вот батя на днюху раздобрится да купит. Значит, плевать вообще на тачку, лишь бы батю найти и маму. Купить. Чего купить? Ну ладно, да не переживай, отвлекись, отвлекись. К
Переключись на другую мысль пока что. Сейчас в гонках поучаствуем. Ладно, я знаю, скорость что подумал. Нормально почувствую. Чем лучше мы на гонках будем выглядеть, тем выше шанс, что мы там какие-то интересные знакомства найдем. И тем выше шанс, что нам что-то подскажет. Конечно, конечно. Это надо вообще постараться. И знаешь что, может это... Слушай, ты... Что-то я смотрю, водишь-то не особо. А у меня пацан знакомый учил водить, может я... Выходи. Пытаюсь? Выходи, Никита, выходи, все. Ой, давай, да сам родители ищи. Слушай, выходи. слушай. Да, стопэ, все, я пошутил. Конечно, ты вообще шкумахер, поехали. Не, ну серьезно, не обижайся. Просто я максимум думаю, как бы, родаков Суник найти. На... Может, их за долги взяли, а? Ты не знаешь, у бати там долгов не было? У бати? Ну, не знаю, он постоянно у кого-то в долги берет. У меня брал, не дал. До сих пор не отдал. Но это не я, Никита, это не я. Мы с отцом хорошо общаемся.